Слушайте, в обычной жизни я просто мама двоих детей, и поэтому мне задают вот такие вот мамские вопросы. Вот, пишет мне Анна. Наташ, как бороться с невесткой? У меня сын привел невесту в дом, а она мне не нравится. А та девочка, которую я ему предлагаю, не нравится ему. Что делать? Вот смотрите, Анна, вот эту куртку я купила в начале зимы за 8000 рублей. И мой сын сказал: мама, мне эта куртка не нравится. И купил какую-то себе обдергайку за 1500 и носит ее. И я говорю: ничего, ничего, вот замерзнешь, перелезешь в мою куртку. И вот скоро май месяц уже, и вот он еще пока не замерз. И мне кажется, он и не замерзнет. Поэтому совет будет такой. Товарищи мамы, давайте перестанем подсовывать нашим детям угодные нам куртки, угодных нам невест и угодную нам жизнь. Они там сами разберутся. А куртку я на Юле продам. А с невесткой так просто не получится.